Вновь команда КВН «Город Пятигорск» приехала покорять Юрмалу! Мне еще бокальчик. А я ему говорю, ну какой ты Урмас, ты же вылитый Рубен. Ты себя в зеркало видела? Таня, я тебе говорила, давай на пляж пойдем другой дорогой. Нет, давай через сцену, так короче. Девочки, а зачем вам доска? А вам? У тебя что, клюв накладной был, что ли? Девочки, что это такое? У нас уже выступление идет. Ой, извините, пожалуйста, Сёмка. Да стойте! Вы что, не собираетесь выступать? Нафига, у нас уже есть большой в золотом. Ну и что? Мы хотим второго. Да. Да. И вообще обнаглели, а? Вы слыхали, Александр Васильевич? Есть у вас там этот Кевин с жиру бесимся? Или вот с такой губой есть? Бросьте в ребят. Стойте, стойте! Оля, я не узнаю тебя. Где твои имбецилы? Севак, амбиции. А? О, вот вы где! Да иди сюда! Да подождите! Девочки, ну не хотите золотого. Давайте за президентского поборемся. Да. Александр Васильевич, а ну покажите, какой тут президентский. Ого! Тань, пошли на пляж. Ага. Девочки, да вы не понимаете, президент, каким он самый главный. Он как Путин. Сейчас мы переоденемся, придем. Не поняла. Я как эту фамилию слышу, невольно работать начинаю. А-а-а! Поехали, ребят! Да! Ну, здравствуйте, друзья. Все мы с вами знаем, что Юрмала – это замечательный курорт, где в каждом ресторане есть отличная живая музыка. Женщина, я вам повторяю, нам не нужна певица. В каждом ресторане должна быть певица. У нас столовая быстрого питания. Так у меня и песни короткие. Как говорится, фастфуд, фастсонг. Чего? Быстрая еда, быстрые песни. Это английский, мы в Европе. Так, послушайте. Да у меня репертуар от Мадонны до Петлюры и обратно. Вот, послушайте. Мама, ради бога, положи на место нож. Я ж... Стоп! А? Какая мама? Какой нож? Ну, моя мама, наш нож. У нас конфликт, я поэтому работу ищу. Женщина, вы вообще в кафе работали? Конечно. А какой был мужчина? Товарищи, не сидим, поминаем. У вас все? Нет. Хоп, хей, ла-ла-лей. Все, мой мальчик, ты еврей. Все, я вызываю полицию. Стойте! Пеньюар бортпроводницы повидал немало на своем веку. Так, женщина, послушайте, кто вам вообще сказал, что вы певица? Господи, как я не люблю хвастаться. Вам что-нибудь проект «Голос» говорит? Еще скажите, что вы в шоу «Голос» участвовали. Участвовала? Да ко мне сама Пелагея повернулась и сказала: «Милая моя, с вашими данными только в фастфуде работать». А это, между прочим, мнение профессионала. Да что вы ломаетесь, я недорого стою, 1005. А Игорь вообще за 3 будет работать. Какой Игорь? Знакомьтесь, мой аккомпаниатор Игорь Паулс. Я так понимаю, Паулс — это псевдоним. Паулс — это композитор деревни. Хорошо. Ну и что ваш Игорь умеет? Слышь ты, это не твое собачье...
А, вы про работу? Игорек, надо сыграть. One, two, three, поехали! Он же не умеет играть. Но я не говорю, что он прям завтра начнет. Ну, перспектива же есть, ну. Так, все, я с охраной иду. Стойте! Не хотите брать меня певицей? Я буду рекламным лицом вашего фастфуда. Нам не нужно рекламное лицо. А это не предложение, это шантаж. Граждане, знаете, где я питаюсь? Стойте! Хорошо, мы берем вас на работу, только не кричите. Отлично, значит, счет аванса, будьте любезны. Ведро, ведро крылышек, 20 гамбургеров и 5 литров сока, это важно. Игорь, ты что будешь? Так а ну пошли вон отсюда! Друзья, все мы с вами с нетерпением ждем лета, чтобы отдохнуть от работы. Но есть люди, отдыхая с которыми, на работу может захотеться еще во время отдыха. Итак, обычная пятигорская семья приехала отдыхать в Юрмалу. На, мальчик, на! Забери мячик, забери! Иди сюда, Рональдиня Хренова! А, тете даришь, спасибо, мальчик! Блин, а! Сразу! Да, Галя, да дети, кто их придумал, а? Все, мы в Юрмале, да, приехали, отдыхаем, мамочку привезла, вон Вадичка в песочке играется. Галя, подожди. Да ты убьешь этого комара или нет? Что тебе играться нечем, на мячик. Ой, Галя, Юрмала это рай. Я тебе говорю, лучше курорта в мире не найдешь, да. А вы где отдыхаете? В Барселоне. А как там погода? Дождь, гроза, ну слава богу. Ну а что ты, Галя, хотела? Это ж тебе не Латвия, конечно. Люба, можно я чуть-чуть погреюсь? 5 минут грейся и обратно в воду, понял? А Валера мой, представляешь, обручальное кольцо в море потерял. Не, не нырял, бросал, разводился тут со мной. Галя, пока! Это вам там в Барселоне делать нечего, а у нас тут курорт. Ма, я кушать хочу. О, только 3 часа дня он уже кушать хочет. Ладно, солнца нет, не сгорим, на сметану ешь. Ма, а мы вечером в тир пойдем? В тир? Конечно, пойдем. Мы же с Кавказа в Европу приехали пострелять. Ты когда-нибудь башкой своей будешь тупой думать, нет? Валеры кусок. Люба. Ты кольцо нашел? Цепочка подойдет. Подойдет. Садись, грейся, Ихтиандр. Люб, может, я 50 грамм бальзамчику, а? На сугреву. Чего? А что, я слышал, что это типа лекарство. Валера, совесть имей. Мы тебя только от этих лекарств вылечили. Валера, это же этот, как его? Ну этот, ну... Ну понял я, не он это. Ну, как это не он? Что, меня глаза, что ли, повылазили? Дура себе совсем. Телевизор не смотрю, что ли, по-твоему? Ну этот, как его? Шумер, Фредди Меркури. Мужчина, что вы пялитесь на меня? Че? Че, тебе жалко? Пусть аппетит на вечер нагуляет. Да он же меня глазами раздевает просто. Раздевает. Ты моего Валерочку недооцениваешь, он уже на балконе курит. Хамите вообще? Че тебе хамлю? Я что сказала, что ты тварь? Или крыса облезла? Я ж этого не говорю. Это безобразие какое-то. Да, мамочка. Че, говоришь, суставы ломит?
Быстро все собираемся и в гостиницу. Гидромедцентр сообщает, что будет дождь. Быстро! Друзья, все мы с вами знаем, что в художественных фильмах многое приукрашивают. Вот и знаменитая сцена свидания Штирлица с женой, которую он не видел 10 лет, в жизни должна была выглядеть немного по-другому. В прошлом году на Юрмальском фестивале я сказала, что мне нравится Третьяк, и нам вручили Большого в темном. В прошлом году я сказала, что люблю Сюткина, и нам вручили Большого в золотом. Что хотелось бы сказать в этом году? Да, я люблю Сюткина.